Остатки от косилки чешской МФ-70. Коробка передач. Цилиндр еще смазки. Кому нужна подробная информация, скажу диаметр. Покормил перед этим порося и пошел взять пахать, молотить ячмень. Сам редуктор. Будет долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри. Получаешь за работу в месяц 1003 комбайнеры. Часть от мотора с маховиком. Топливный бак. Цена в объявлении указана за все, что на видео. Можем отправить в регионы.